Так, сначала смотрим скорость. Звезда закрутка 2, 15, 2 и 3. Вот он наш крон. Так, его что еще включить? Еще тоже 34, нижний ствол. Так. О. А это наша защита будет. Так. Звезда. Так, что там у нас? Придется как-то на весу стрелять. Блин, неудобно. А ну-ка. Я его сейчас сюда поставлю. И бабахну сидя. Вот я приспособился. Почти. Четыреста шесть. А блин, замученный. Хороший сокол. 08:20 партия. Так, сейчас муху застрелю. Муха села. Второй выстрел. Теперь закрутка. Так, гильзу забирать и забирать. Закрутка 2.3. Ух, сейчас долбанет. А, хорошо пошла. 417. Ну я еще сейчас бахну и покажу два выстрела. Вот это да. Блин. Мама, гори двойки. О, 417. И третий выстрел 417. Это закрутка 2.3 на 35. Это звезда 2.15 на 35. Так, ну а теперь по мишени. Как я и предполагал, некоторые дробинки бутылку с водой прошили на 50 метров. Я ставил две. Сейчас достанем. Спустим. Пусть сливается. Ну, вот она наша дробь. Сейчас еще достану. Посмотрите, это не дробь, а гречка. Видно? Давайте на руку пересыплю. Это реально гречка. Гляньте. Дробь твердая, вот вообще квадрат. Дробь твердая, 3:1 состав. Сейчас. Вот тут еще дробь есть, во второй бутылке. Так. Ну. О. Ну и здесь гречка вот. То есть 1, 2, 3, 4, 5 дробин. 5 дробин прилетело в бутылку 4-0. Вот она наша гречка реально. Я ее пока положу. Мы ее сравним с закруткой. Так, все. Так, вот еще две дробины обнаружил на 100 метрах. У
вот тут прямо они пробили и застряли. Посмотрите, просто страшно глянуть. Просто реально страшно глянуть. 3-1 состав. Так. Так, жарко пошла. Ну вот смотрите, закрутка. Бутылка моя упала, и второй выстрел я не сделал, вон он лежит. Я делал 2 выстрела. Гляньте, какая дробинка кругленькая. Она катается. И вот это, с одной стороны круглая, а с другой ее немножко придавило, видно нижняя, вон. Но дробь ровнее. Это при том, что здесь 2,3 и скорость выше. По осыпи немножко хуже, я уже вижу, но я вам в конце видео покажу. Но дело в том, что 2,3 налито сыпать не надо, 2,2, 2,15 даже хватит. Сокол не сядет, гляньте, кругленькие дробинки. Сокол не сядет ни при морозе, ни при звездозакрутке, он не почувствует. Единственное, что его нужно правильно снарядить. Так, теперь наша мишень, вон, до мишени, сейчас скажу, дальномер. 75 метров, но я не вижу сейчас, попаду я на эту мишень или нет. О, видно, 75. Все, поехали. Заговорился я, ребята, и забыл поставить доски. Остался у меня один патрон, это на закрутке. Я бы бахнул, гляньте, как глубоко залезла дробь. Ну, до середины доски точно. Вот попадание, вот. Ну давайте, блин, гвоздик либо взять. Сейчас. Это все в полевых, так сказать, условиях. Как же я забыл, а? Дед мне голову забил. Ну, в любом случае, вы понимаете, чем круглее дробь, тем меньше она разлетится в стороны и будет лучше иметь резкость. Да, вот смотрите, где-то 1,5 сантиметра доска. Да почти на выходе, практически на выходе доска. 15, наверное, может быть 18. И вот попала. Ну то же самое где-то. Ну в общем, 1,5 сантиметра до дробины. А вот эту я не замеряю, потому что, а вот видно, выдуло, видите, не знаю, видно или не видно, вот возле ногтя выдуло, вот, но она на выходе. Вот такая резкость, это закрутка звездой, блин, забыл, реально забыл поставить, забил голову дед, это патронами, да всем остальным. Вот такая вот, ну, еще раз говорю, вы понимаете, что дробь круглая была на закрутке, и круглая дробь у нас меньше разлетится и меньше потеряет скорости, в отличие от вот той гречки, которая была на звезде. Так, это сейчас я все заберу с собой, вот те бутылки и мои дошки, а остальное набросали до меня. Так, ну вот, отстреляли, значит, умную мысль скажу в конце видео для тех, кто хочет далеко стрелять с отличной кучностью. И у тех, у кого ружья с дульными сужениями. Значит, 50 метров это звезда, 48 попаданий, это закрутка, 55. Дробь здесь круглая, здесь помятая, вы все видели. Вот. Не буду долго рассусоливать, лучше я скажу, я говорю, в конце видео именно то, что касательно плюсов закрутки. Закрутку я сам не буду пока использовать, потому что у меня порох салют пока. А салют теряет на закрутке 100 метров в секунду. Сокол не теряет. Звезда, если хороший сокол, вот как здесь, 0,820. 23 попадания. Закрутка 21. Вот эти вот крестики, которые здесь, это было до выстрела. Я почему-то вложил мишень в баллон. И, возможно, там дробью ее посекло каким-то чудом. Я не знаю, как могло в баллоне
просечь дробь, либо это просто так мишень попалась. Ну вот, я не отметил, 22. Вот, это пробоина. Это была я вот так. То есть 22-23. Разницы нету на 75 метрах. Но она будет в резкости. Потому что помятая гречка разлетается с каждым метром и тормозит все сильнее. И как итог, на 100 метрах, я вам показывал, в картонке застревает 4-0. Непомятая уходит на 2 диаметра. Здесь резкость была, вы тоже видели, 1.5 сантиметра, где-то до дробины. То есть вот так реально, на 100 метрах может будет 5 миллиметров до дробины. Вот, то есть закрутка выигрывает. Значит, что нужно знать? Порох Сокол под закрутку идет, если правильно его снарядить, он скорость свою не теряет, то есть это либо актуатор, войлочный пыш, как я делал, 5-миллиметровый, и стаканчик. Прокладка миллиметровая, не надо там 2-3, и от края до прокладки 6 миллиметров я оставлял, то есть глубокая закрутка. Матрица военноход крутит отлично после звезды все гильзы. И в двухсловку как бы и другого-то и не надо. Плюсы. Ну, во-первых, давайте проанализируем. 406, скорость 417, там, ну 10 метров в секунду будем брать. Здесь дробь не помятая, здесь дробь помятая, даже уже на скорости 406. Если я сюда добавлю 2,2 или 2,3 под звезду, все, у меня выстрел застопорится на 35 метрах, потому что дальше резкости не будет. Здесь все наоборот. Касательно кучности, то есть порох Сокол однозначно под закрутку в любое ружье, кроме 155-го. 155-му нужен хром, чтобы посмотреть скорость, и нужна насадка. Либо 11 сантиметров, либо к 750-му стволу 5. Вот тогда точно будешь стрелять. С штатной насадкой тут вопрос, я не знаю. Ну, Сокол, конечно, есть Сокол, но это ружье реагирует сильно на закрутку и на звезду. Если двухстволка, можно звездить, или инерционник любой. Турция, не Турция, Италия и все остальное, закрутка, отлично, будет стрелять. Теперь мысль, если у вас 155-е, либо 153-е, значит, я сделаю тест, вы посмотрите, вот здесь дробин 40 попадет, значит, что мы имеем, порох Сокол 2,3, смещается давление. Дальше, плавнее разгон дроби, естественно, дробь раскидывает ударом газов пороховых. И вот когда мы закрутим 155-ю компенсатор, у меня отстрел уже был, вот об обычной насадке компенсатор был на закрутке кучнее намного. Вот когда мы закрутим компенсатор 0,75 я возьму и зарядим эти же патроны, этот же порох под закрутку, то вот здесь наша осыпь будет намного лучше. То есть компенсатор стравит лишние газы, хоть давление у нас сместится, но плюс мы выиграем сильно в резкости. Очень сильно мы выиграем, потому что у нас дробь будет целая. Мы выиграем в кучности, потому что не будет удара пороховых газов. Это уже все проверено десятилетиями охот. Поэтому я просто вижу, что сейчас и как раньше было. У меня даже в голове не было звезды раньше. Вот. Это просто меня приучил к звезде порох Салют 4. Вот, поэтому неохота терять 100 метров в секунду, если я его закручу. Но для пороха Сокол идеально это закрутка. На уток буду закручивать. По-любому я уже этот сезон отстрелялся. Был драга под звезду. Даже драга буду закручивать, он на закрутке не проседает. И был Сокол на закрутке и на звезде. И драга был на закрутке и на звезде. Кучность была лучшая. Я это уже видел. Вот, то есть к 155-му закручиваем. Но нужна насадка. Либо 5-сантиметровая, либо 11. Обязательно с портами. Обязательно. Тогда ваш патрон оживет просто. Если у вас другой порох, Салют 4, Шунар, Ирбис,
Здесь нужно смотреть. Летом закручивать можно. Зимой у них просадка сильная по скорости. И особенно это видно вот и в 155-й, когда вот разгон идет, и газоотвод начинает свое забирать. Это как шприц. Закрыли пальцем, нажали и начали отпускать. Да, он спружинил. Вот, ну, это вкратце так, что хотел сказать. То есть, мое мнение, закрутка лучше от звезды. Но нужно правильно снарядить, чтобы скорость не падала. И обязательно отстрел. И если кто будет закручивать, обязательно берите насадки с портами. Не нужны эти все импортные Gemini 5-сантиметровые, если есть 27 у кого-то. Есть с этими. Либо 155, 153. Ну, тут уж смотрите. Мое мнение, к 710-му однозначно длинная, тем более на закрутку. Больше будет скорость выше. Ну, можно брать и 5-сантиметровый, но вот этот компенсатор стравит пороховые газы, и здесь кучность будет намного лучше, нежели даже вот там на обычных. Это у меня уже видео есть, можно, мы сравнивали, посмотреть. Вот, то есть, осталось мне пристрелять порох Салют-4. Если я получу скорость 400 метров в секунду, ну, мне верится с трудом, то он у меня тоже пойдет под закрутку. То есть мы имеем круглую дробь, мы имеем лучшую резкость, мы имеем лучшую кучность. Будем, опять же, здесь 2,3. Если я бы опустил до скорости 406, здесь бы кучность была лучше, потому что меньше бы удар был пороховых газов. То есть под закрутку даже 2.15 хватит. Будет скорость 400, здесь было 406. И ладно, 6 метров в секунду это так. Но здесь будет лучше. Кучность лучше. Скорость. Немножко я не подрасчитал. Надо было хотя бы 2.2 сыпать, не 2.3. Потому что выстрелы очень сильные. Плюс 20 жара. Плюс 20.